А теперь об этих и других событиях подробно. Защитники природы бьют тревогу. Если вырубка зеленых насаждений продолжится такими же темпами, кишиневцы рискуют задохнуться. Это представители экологических движений давно пытаются объяснить властям. На этот раз они даже устроили протест. Что требовали активисты и каким они видят решение вопроса, узнавала Ольга Гриненко. Здание Министерства окружающей среды пикетировали всего несколько человек, но настрой у них был решительный. Нужно было привлечь внимание чиновников к проблеме вырубки зеленых насаждений. Активисты подготовили целый ряд требований. Главное из них – создание реестра. В этом случае каждое дерево и куст в столице будет на счету и под охраной. Регистр вносится в план развития города, впоследствии чего на основании этого регистра и выдается сертификаты, авторизации с учетом зеленых насаждений, для того, чтобы их сохранить. Решение создать реестр зеленых насаждений и регламент их администрирования Мунсовет Кишинева еще прошлым летом поручил муниципальному предприятию «Зеленое хозяйство». Тогда же советники постановили создать специальную комиссию, которая проведет инвентаризацию всех зеленых зон. На каком этапе находится реализация этих задач, неизвестно. Руководство Зеленстроя на телефонные звонки телеканала РТР не ответило. Тем временем участники пикета предупреждают об экологической катастрофе, которая может привести бесконтрольная вырубка. Это как бы легкие города. Если они исчезают, то городу не достает кислорода. И это означает и здоровье, и много другие риски. Прохожие протест поддержали. Они тоже считают, что в вопросе зеленых насаждений нужно навести порядок. Сухие деревья, пожалуйста, можно резать, но зеленые ни в коем случае. Садить-то они не садят почти ничего. Да, а рубить так все гораздо. Здоровые деревья вырезают, это очень плохо, конечно. Город зеленый всегда был, он всегда тенистый. Климат меняется, все жарче и жарче. Значит, получается, что мы вырубаем зеленое насаждение, взамен нам не предлагают ничего. Значит, должен быть план, должны с общественностью его каким-то образом обсудить, проконсультироваться. Последний громкий скандал разразился вокруг аллеи в парке «Долина роз», где были вырублены порядка 30 акаций. Согласно статистике, только за последние два года площадь зеленых насаждений в столице сократилась на пятую часть и сегодня составляет чуть меньше 4000 гектаров.